Я вот эту вот работу очень люблю, которая «Новая жизнь». Как правило, она очень радует многих посетителей, потому что тематика на ней представленная, очень близка и понятна. И в пейзаже в этом объединена такие две темы: стихия природы, которая не подвластна никому, в том числе и человеку. Там очень много движений, очень много блеска солнца в реке. И тут же такой маленький тихий мирок, коляска с ребенком стоящая и читающая книгу мама. То есть такое умиротворение, покой, что-то душевное и такое стабильное.